Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Снайпер Элит 4. Итак, дорогие друзья, у нас новая миссия под названием «Мост Реджелино». На железнодорожной платформе на мосту находится орудие, представляющее собой постоянную угрозу для партизан и сил союзников, которые могут пойти этим путем. Вы должны помочь партизанам уничтожить это орудие любым способом, а также помочь британской разведке расследовать крушение разведсамолета, прежде чем нацисты доберутся до сделанных им снимков. Ну, вперед! Хорошо, что ты нашел меня в замке. Так это была проверка, чтобы убедиться, что мы на одной стороне. Наши люди были на волоске от гибели. Опыт говорит, что не всегда можно доверять союзникам. А ты этого хочешь? Проверки? Проверяй. Ну что ж. На виадуке платформа с орудием. От него погибло много наших. Если союзники пойдут здесь, то и у вас будут большие потери. Видно, неспроста вы не решили проблему сами. Считай это проверкой, Фейерберн. Угу. Теперь у нас, напоминаю, появилось вот такое вот небольшое что-то типа лобби перед началом задания. Довольно прикольная тема. Снайпер. Меня зовут Лучо. Да, Лучо, из разрушенного замка. Ангел подоспела в последний момент. Да, она спасла нас. Она наш ангел-хранитель. Ну, судя по количеству мертвых фашистов, скорее ангел смерти. Возможно. Но она же убивает только плохих людей. А ты? Как насчет тебя? Тоже убиваешь только плохих? Ну, конечно. Да уж. Конечно, дубляж так себе сделал. Ну ничего. Карл, я слышал, ты разговаривал с ангелом. Было дело. Послушай, у меня есть осведомитель. Человек по имени Дорфман. Высокопоставленный нацист. Ты веришь ему? Ну, пока Дорфман был надежным источником. Он говорит, что рядом с виадуком крупный тайник боеприпасов. Хочешь, чтобы я уничтожил? Спрашиваешь. Понятно. Теория большого взрыва. Найдите и уничтожьте тайник с боеприпасами. Уничтожьте дополнительный склад с боеприпасами. Ох, взрывчик будет сочный. Винтовку Мосина сменить на Манлихтер. Ага, нафиг надо. Да, кстати, я купил себе винтовку Мосина. Теперь после каждого задания нам начисляются некие монетки, которые мы можем тратить на покупку оружия. А также с новыми уровнями открываются небольшие перки, типа там быстрая стабилизация пульса или увеличенный пульс и так далее и тому подобное. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышим вас, рыжий лис. У Реджелино потерпел крушение американский самолет-разведчик. Его конструкция сверхсекретна. Вы должны найти пилота и забрать кадры аэросъемки. Также уничтожьте обломки самолета. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Не, ну серьезно, там же нет микрофона. Куда он говорит? Ой. Скрытый вид в плоскости. Найдите упавший разведсамолет, найдите сбитого... Разрушите мост. Да, будет весело. Ну, поехали. Сигмунд. Ого, класс, бронепоезд. Да, красиво. Очень красиво. Нужно добраться до орудийной платформы и уничтожить ее. Вопрос как? Окей, сделаем. Так, ты лезешь или нет? Угу. Ах.
Такие леса тут клевые, блин. Из-за шума выстрелы будут не слышны. Ну это да, но... Настолько, блин... Редко он стреляет. Так, с немецкие контрольные пункты зачищены. Давайте начнем с них, пройдем по кругу. Потом сюда, сюда. Ну и в общем... В общем, так вот как-то. Как-нибудь. Так. Как-нибудь у нас должно это все получиться, господа. Кажется, там кто-то должен быть, да? Я вижу просто костер, а возле костра вообще любят кучковаться люди. Да, вот я кого-то уже впереди вижу, но... Странным образом не у костра. Ладно. Ага. Здесь у нас есть... Генератор. Прекрасно. Ну что же, теперь остается поотмечать их всех, да? И, в принципе, можно отстреливать. Если, конечно... Блин, ну территория, конечно, не такая халявная, как была раньше. Я же вообще мало кого вижу. Как ты не попал? Мощно. Так. Я видел, что там кто-то бежал. Не вижу. Где? Кто? Вот зараза. Чё ты там свой свисток свистишь? Денег не будет. Ага, вон он. Ах ты ж зараза! Я ж не замаскировал. А вот теперь мне будет плохо. Есть. Прям мозг такой. Ух, жесть. Как желешечка прям. Офигеть. Там кто-то свистит. А, вот, вижу. Есть. Да. Не вижу. Ага. Ага, вот бегут. Нифига вас тут. Я надеюсь, замаскировал, не успел увидеть. Ой, эти каски с летающими мне нравятся, я не могу. Круто. Так. Ага. Да отмечайся же ты, зараза. Прямо в сердце.
Так. Не вижу. Ага, вот ты где. Высовывайся. Есть. Отлично. Так, еще должны быть. Еще видел. Ага. Стоп, нет, это... Это мертвый, как бы, да, он мне не нужен. Так, ну мне кажется, все. Вроде бы. Там где-то куры кудахчут, что-то на фоне. Ну ладно. Пойдемте-ка. Такс. Угу, вон еще там есть, конечно же. Я же не мог надеяться, что это все. Ух, сколько вас там! Вот это да. Нужно разобраться с этим блокпостом. Десантники. Бьем действовать наверняка. Десантники? Офигеть, ягер. Солидно. Еще кто-то вон там. Я его не вижу. А, вон он. Что я могу сказать вам, господа? Это будет непросто. Прикрытия звукового у меня нету. А то звуковое, которое появляется, оно чересчур редкое. Чтобы им прям... задорно и легко пользоваться. Ну, ждем. Долго, очень долго. Из этих перил нельзя выстрелить. Это же проблема была... О, прям в сердце, отлично. Это же проблема была и в предыдущей части. Никто ничего не заметил, пока тело не нашли, конечно. Сейчас тело найдут, будет весело. Ну что, я грохнул вашего главного. Надеюсь, вам понравилось. Черт! Там была канистра, я хотел ее взорвать. Но что-то пошло не так. Не все. Во-первых, звуковое прикрытие кончилось. Во-вторых, оно даже не взорвалось. Понимаете? Так.
они все сейчас сюда пойдут. Вот это будет весело. Я свистнул вообще-то. Отлично. Меня правда не видишь, да? Есть. Так, хорошо. Нет, это плохая позиция. Ну, видите, я же говорю, плохая позиция. Все кончилось. Тебя дери, а. Эй, не успел грохнуть. Я обратно в кусты. Ну, где ты выстрел, когда ты так нужен? Так, осталось двое. Это мощные ребята, надо сказать. Я надеюсь, получится двойное убийство. Есть! Нет, не получилось. Но пофиг, он был последним, так что... Блин, почему не вышло двойное убийство? Ну, бог с ним. Так, хорошо, с этим... С этим мы закончили. Идем дальше. Что это у нас? Контрольный пункт. Броневик. Транспортный склад. У него сердце как фигачит, блин. У меня аж геймпад вибрирует. Так. Immer mit der Ruhe. Musst du mir nicht zweimal sagen. Почему мне не получилось двойное убийство, я не знаю. Вроде стояли напротив друг друга. Не ясно мне. Не, никак.
Отлично. Почему-то я не попал. Или попал, но он выжил. Тогда я не знаю как. Ладно, займусь пока другими. Это будет слишком долго. Так, а что там движется, я не могу понять. Ха, броневик ездит. Понятно. А, я мог выйти сюда. А, все, я понял. Угу. Ясно. Иди сюда. Блин, тот-то не пойдет. Нет, не пойдет, нормально все. Давай, 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 давай. Есть. Ну, обыщу пока тело. Больше ничего не найти. Может, выстрел будет. На удачу. Постою, подежурю. Ой, мамочки мои. А, черт. Да, не нравится мне это. Контрольная точка. Ненавижу такую хрень. А, ну и он сразу же сюда бежит. Слушайте, я обожаю сохранение в этой игре. Гениально. Прям вот прям охренительно. Валим отсюда, пока они меня не спалили. Так, и в чем проблема? Да все нормально вроде. Так. Найдите сбитого американского пилота и упавший разведсамолет. О, это еще надо, блин, поискать. Почему мне заново эти задания как-то появляются? Я не могу понять. В чем проблема? Ладно, странно. Из-за того, что я чекпоинты начал, что ли? Может быть. Блин, они идут сюда. По трое идут? Чё-то многовато. А нет, вот один отделился. Куда он там смотрит, я уж не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, они... Они увидели, что другой офицер еще помер. Валенит, а? Так. Интересно, кого отсюда я смогу спалить? Я хоть кого-нибудь вижу?
Да. Трэш. Да ладно, серьезно? Как-то я его не убил. Ой, порой такие, блин, тупые моменты. То есть, ну, выстрелил вроде, и чего он... И чё? О, отлично. Хоть что-то. Отлично. Или я убил того? Я, наверное, его грохнул, просто мне не показали. Ну ладно, тогда. Тогда жаловаться мне не на что, господа. КПП надо ликвидировать. Я смотрю, здесь еще пушка какая-то стоит, блин. Это вообще что еще такое? Мать моя женщина, это вкопанный панцирь. Да. Офигеть. Единственное, чего я могу не бояться, что он меня не услышит. Он же в танке! Орудийная башня, ишь ты. Ты серьезно? Ты меня в кустах видишь? Офигеть. А где у нее уязвимая точка? Нигде? А, вот где. Офигеть. Я попробую. Знаете, я попробую. Мне интересно, я попробую. Есть. Я грохнул наводчика. Валим отсюда. Отлично. Так. Блин, еще один бежит там где-то. Только в кусты, блин, не беги, ладно? А чё? Откуда он? Есть. Почему-то я не могу в него прицелиться, чтобы прикончить. Странно. Есть. Это, наверное, все дело в том, что он тоже был в кустах, как и я. Так. Надо сказать, очень разнообразные карты сделали. Столько всего напихано.
Прям с удовольствием все это проходишь. Он свалил, что ли? Я не понимаю. И чего мне дальше? Пробовать вас как-то всех перебить вот так вот? Ну, у меня есть винтовка, которую вы услышите. Так. Может, разве что выстрел поможет. Да, он выжил. Поэтому я говорю, что лучше брать максимальный урон. Ой, да взад себе свистни. Отлично. Так. И один остался. Ну громче, громче свисти, громче. Сейчас я тебе в ухо выстрелю. Свистун хренов. Досвистелся. Свободен. Ой, да ладно, смотрите, еще один бежит. По-моему, я даже его замаскировал. Было мощно. Еще один. Ого, сколько, ребят. Это что это там такое? Я не понял, а с чего они стреляют? Из гранатомета? Что это такое? Что это за звуки страшные такие? Блин, вот свистуны проклятые, а? Насвистел мне несчастье. Проблем мне насвистел, понимаете? Сейчас позицию сменим. Я им тоже что-нибудь насвищу. Да ладно, машинка приехала, что ли? Где она? Или нет, погодите, или что это? Кто это? А, или он идет проверять меня, типа? Да, толку-то он задумал. Я предлагаю вообще свалить отсюда сейчас. Так, ну что у нас остался? Транспортный склад и машинка. Смотрели таки, нет, тут его нет. Ну ладно, пошли отсюда. Такс. Не надо туда. Тикс. Наверное, отсюда враг осуществляет снабжение войск. Надо уничтожить. Че он там по-немецки говорит, я не понимаю. Иди сюда. Отлично.
Так, еще один. Там еще где-то. Опа-на. Что это такое? Да ладно. Ого. Это метя надо взорвать? Так, ребят. А что, если мне просто заложить сюда что-нибудь? Противотанковая мина. В общем-то, проблема, я думаю, решится сама. Вот и все. Ой, она назад едет. О, сейчас будет весело. Приехали. Черт! Я же ее только обездвижил. Мам, дорогая. Я думал, она реально взорвется и все. Ну, в общем, нет. Блин, зараза. Бронемашина натворит немало бед. Надо с ней разобраться. Да. А, ну вот куда мы выстрелим. И бабах должен быть. Нет, она все еще здесь стоит, блин. Как ее взорвать-то? Вот, блин. Ну, так, пропустил окно. Все. Эштенен. Так, этот вниз, что ли, идет? Да ёпарасы ты. Опять окно пропустил. Отлично. Свистелку убил. Ну, ёпарасы ты. Чёрт тебя дери, а. Блин. Он же меня сейчас раскроет, ребят. И ты сохранилась сейчас, да, игра? Ты сейчас сохранилась, когда я сижу в кустах, а вокруг трое? Ловите подарок. Множественное убийство.
Офигеть, я всех убил. Почему не было X-Ray, я убил четверых? Почему не было X-Ray, когда я убил четверых? Да вы что, ребят? Так нечестно. Я хотел хотя бы X-Ray. А толку-то? Давай, проклятущая машина. А чё, она больше не поворачивается, что ли? Раньше поворачивалась. Нет, это бесполезно. Ну хорошо. Стой, падла. Стой, тварь. Куда пошел, слышь? О, булканами-то зашевелил, а как? Мощно. Ну все, наконец. Так. А, ну и, собственно, нужно уничтожить склад, да? То есть мне... А, да, надо было его просто взорвать. Да. Что-то я опять здесь все зачищал. Так, отойдем подальше. Прицелимся получше. А хоть какая разница, это же бочки. Ну вот. А, ну это еще не все, да? Естественно, это еще не все. Сейчас еще бочки найдем. Или надо все грузовики уничтожить? Сейчас посмотрим. Уничтожьте транспортный склад. Подождите, броневик до сих пор не уничтожен? Я же всех убил в нем, да вы что? То есть мне все-таки надо взрыв-пакет закладывать, да? Он же просто стоит. Горит. Ну ладно, хорошо. Будем исходить из того, что они типа могут его починить. Поэтому мне нужно его взорвать с концами. Так, машина. Одной заботы меньше для партизан. Отлично. Уничтожили. Так, и еще один уничтожили. Прекрасно. Ну что же, давайте посмотрим на карту. В принципе, довольно неплохо зачистили. Теперь нужно найти и уничтожить тайник с боеприпасами. Еще один, походу. А, нет, тот был склад. А это теперь будет тайничок. Подождите, здесь еще один? Оу. Что-то вас, блин, многовато на самом деле. Ладно, пройдем потом вот здесь вот как-то. И попробуем найти пилота, пройти дальше еще. Или же можно вернуться в принципе... А, нет, ну. Можно вернуться и вот здесь. Да, так будет безопаснее, мне кажется. Сделаем это уже в следующей части, дорогие друзья. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Там еще что-то взрывается. На этом у меня все. Всем спасибо и до следующей миссии.